Добрый вечер, ребята, всем. Хочу поделиться радостью, что я дома, блин, наконец-то. Ну, где-то полтора недели, что ли, меня нормально так дома не было, короче. Вот, приехал, жена сразу начала, естественно, слоёный хачапури, ребятушки, вот. Блин, вообще красота, ребят, смотрите. Ну и заставляю сейчас, короче, как его... Переворачивать, наворачивать, блин. Пере это самого тяну. Она там на балкон, короче, вышла. Чтобы эту... Ну, мою одежку, короче, постирала и... Вот такие вот пироги, ребята, вот. Так что я выпью за жен лимонадом. Ну, блин, не наливает она мне, короче. Поняли, да, ребят? Короче, за жен выпили лимонадом, ребята. Дай бог всем здоровья. И т.д. и т.п., ребят. Пока-пока. Вот такие вот пироги.